И вот еще один, короче, куда-то идет. Ну, далеко он не уйдет, я думаю, да? Отлично, готов. Давай-ка проследим, Шлепс. Все, отлично. Ну ладно, они самоубились, я сохранюсь. Надо четко ему в голову попасть. Yes! Такой выглядывает, смотри, лежит. То без шишек. На тебе! Бляха, вы на меня? А, ну ладно, ладно там. Кровосос? Ебти мать! Убила мужика. Давай ближе подбирайся. Да от тех-то отстаньте, нормальные пацаны. Давай вот по этим стреляй. Здорово всем, мои горячо любимые подписчики, зрители. С вами Валерий, и мы продолжаем с вами Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы сбежали с вами все-таки из этого адского бункера. Вот, и теперь наша задача — это отправиться, добраться до бара, взять боеприпасы, короче, попробовать там, ну, смотря что там есть, короче, набрать боеприпасов. Вот. И уже потихонечку отправляться в Припять. Итак, здесь мы сохранились, у нас тут приседающий чувак, Федор Дачник. И вот еще один, короче, куда-то идет. Ну, далеко он не уйдет, я думаю, да? Отлично, готов. Там еще один. Окей. Еще один дядька. Так, я сохранюсь. Наверное, он сейчас тоже туда же попадет. Давай-ка проследим. Шлепс. Все, отлично. Так, ну ладно, они самоубились, я сохранюсь. Надо вот этого убрать. У нас за оружие только, короче, пекаль. Вроде как. Давай, убирай, ну. Бляха, две обоймы, целых две обоймы и не хватило, ты прикинь. У нас все, да, больше ничего нет. Здесь у нас нет, ни черта. Дробаше, тоже ни черта. Тут что, три патрона. Хер, наверное, хватит. Отлично. Один патрон застрелится. Окей. В принципе, так вот, Ага, здесь нам не взять. Окей. Так, там на вышке был снайпер, я помню, я убил его, да. Надо посмотреть, патрончики у него есть, нету. Есть два патрона, короче, от снайперки. Так, я возьму пекаль. По-моему, там что-то. От него же патроны взяли, да, 7 патронов. Окей, ладно. Может, здесь у него здесь еще что-то есть. О, отлично. Бляха! Патроны не те, что надо. Ладно, хер с ним. Попробуем дойти так. Вот, хотя вы мне писали в комментах, что лучше бы я взял, короче, какое-нибудь, ну, другое оружие. Автомат другой. Бляха. Вот. Ну, блин. А вдруг ПГшки там не будут? Мне придется выкидывать, короче, ПГшку, либо что-то выкидывать. Если выкинуть ПГшку и с надеждой на то, что бармен она будет, то, блин, я не знаю. Я просто, помните, да, этот? Ух ты, у него было РПГ, прикинь. Помните, да, когда у Сидоровича тоже? Мы что-то броньку или что мы тогда смотрели? А, гром у него там, по-моему. Вот. Один раз было, потом раз и исчез. Вот я боюсь того, что тоже исчезнет.
Бляха, эта радиация достала. Ей-богу. Так, я правильно иду, да? Да, прямо по этой дорожке. Да задрала меня эта радиация, слышь. Прям такими местами она. Прям жестко сразу лупит. Бляха. Заклинило. Сам сволочь. Я тебя сейчас так достану. Снайпер, это снайпер. Бляха. Ну что у меня один патрон. Надо четко ему в голову попасть. Yes. Так, а я смогу залезть? Отлично. Я смогу залезть. У меня есть для снайперки патроны теперь. Так, для пекаля я взял теперь немного. Опа. Хорошо. Так, оп. Аптечка. 25 патронов. Окей. 4 патрона. Окей. И сохраняемся. Хоть что-то. Может здесь в этих что-то есть вещи? Не надо. У меня гранатомета нет. Опа, это я возьму. Блях, опять радиация шлифует меня тут. Жесть. Так, ладно. 4 патрона. Тут я видел, кто-то еще шлялся. Вон там. Так, попробуем со снайперки. Просто на дальнем расстоянии, короче, сейчас его шмальнуть. Погоди, он там не один, да? А, нет, один. Походу один. Так, сейчас я его шмальну. Все, ништяк. Просто потихоньку. А еще патроны-то я еще и бронеубойный, походу, взял. И с черной ленточкой. Ништяк. Бляха, там опять какая-то перестрелка. Тихо. Стопэ. Кадавры тут еще разбушевались. Так, аптечки тоже нужны. Это возьмем. Погоди, там еще. Ну-ка, ся. Бляха. Не прицелиться. Да что у меня так дергается там мышка? Слышь? Отлично. Еще у меня так мышка-то. Бляха, рычание. Неужели это этот кровосос? Так, ну-ка, что у тебя? Отлично. Есть патрончики для дробаша теперь. Немножко. Что здесь? Взял. Это по-любому надо будет продать все. Так. Так. Ага. Бляха. Вот стоит только, знаешь, куда-то не туда свернуть, и сразу начинает. Радиация бомбить. Так, что это? Там что-то вывалилось, погоди. А, понятно. Понятно. Так,
У нас еще есть местный фольклор, но я думаю, мы его почитаем, короче, когда придем в бар. Вот. Там, по идее... Погляха! Вот стоит просто задержаться уже. Ты прикинь, было 11 штук, короче, вот этих антирадина вот этого. Так, патроны для пистолета, отлично. Отлично. Ну, нормуль. Для пекаря уже более-менее нормуль. Можно как-то немножко потягаться даже. Так, ты кто? Ага. Один. Такой выглядывает, смотри, лежит. Куда он ушел? Опа, опа, опа. Кровосос, кровосос. Отлично. Ибо нефиг. А чё он не умер-то? В смысле? А чё он не умирает? Прикинь, со снайперки. Всё, отлично. Чё вот это задёрганье-то? Бесит. Бесит. Гляди. Я вот с этим похожу. Какие-то задачи, какие-то защиты лагерей, там нафиг нам это надо сейчас, нам сейчас это не нужно. Так. Я здесь сейчас. Это либо я здесь поубивал всех, либо это кровосос сейчас всех погасил, короче. Так, для пекаля нормуль. Уже патронов понабирали, в принципе. Хорошечно. У них у всех эти, как их называют? Абакан же, да? Или как он там называется? Автомат. Там больше никого не вижу. Так, это я помню, здесь одни матрасцы. Так, хорошо. Для автомата тоже сгодится. Так. Отлично. Окей. Немножко подзатарились. Тачкам не подходим к железу, потому что, блин, радиация сразу начнет долбить во все щели. Тоже сейчас обойдемся. Ну вот это, конечно, вот эти вот, блин, черепа. Это просто жесть такая. Реально, знаешь, похоже на племена людоедов каких-то. Так, ну у этого нет ничего. Это не тот труп, который труп. Так, ладно. Все, мы отсюда свалили. Наконец-то, наконец-то мы отсюда свалили. Жесть. Так, если мне сейчас не изменяет память, мы сейчас будем, где свобода, да, вот этот. Правильно же? Армейские склады, да, здесь свобода. Нам вот сюда. Короче, прямо, направо и потом прямо. А, прямо, направо и налево. Окей. Так, а можно с ними? У вас есть что-нибудь? Я могу с вами вот это? Так ведь засада. То без шишек. На тебе! Бляха, 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 вы на меня? Вы на меня? А, ну ладно, ладно, там. Разбирайтесь. Я пойду это от греха подальше, короче. От... Такой подошел, как это. Поддернулись. Так, окей, сюда. Сюда, потом вот направо, правильно же, да, я смотрел. Там у нас
там у нас свободовцы. Окей, сюда. И потом получается, куда, направо или налево? Вы писали, короче, в комментах, что... Вроде как можно броню, что ли, чинить или что-то. А, не-не-не-не. Вы написали в этом... В Зов Припяти. В следующих частях можно будет чинить броньку. Оружие, броньку. Здесь, блин, жалко, что здесь нельзя. Приходится, видишь, как вот в прошлой серии нам пришлось выкинуть свою броню. Жалко. Так, это деревня кровососами, которая, да? Или это что-то другое? Погоди, мы здесь не были, да? Ну-ка загляну в избушку. Прям такая уютненькая избушка, да? Такие. Прикольно, да? Где вход-то в эту уютненькую избушку? Вот он. Ништяк. Может, что-нибудь сейчас найдем здесь? Может, здесь что-нибудь полезное есть? Оп, я же говорю. Хлоп. Водка. А, погоди, это... Да ладно, это те, которые мне надо? Крутяк. Вроде как. Да, ништяк. Ништяк. Леха. Кто это? Кабанье. Кабаньела. Так, еще одна бронька. Здесь что? Да плеха. Что так тупит? Так, ладно. А что по броне? Да ты смотри. Да ты смотри. Это-то покруче будет. Так что вот эту я выброшу. Бляха. Вот эту я выброшу. Эту оставлю. Ништяк. Ну, в принципе, вот так вот, знаешь, менять броню постоянно. Благо, что она как бы валяется, находится. Периодически. Так, что здесь? О! Пусто, что ли? А, нет, граната. Тоже, тоже нормуль. Так, ладно, туда я не попрусь, потому что там, блин, эти... как их зовут? Кабаны, хотел сказать, носороги. Бляха, собаки. А, они пошли там своим помогать. Ну идите, идите. Так, это что? Я правильно иду вообще? А я, прикинь, не туда пошел. Нахер, нахер. Ну-ка, а если я так сокращу сейчас? What the fuck? А что происходит? Я же выжигатель мозгов выключил, а что это такое? Стопэ, 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 стопэ. Что это такое? Или... А, погоди, помнишь? Помнишь в этой... под землей-то там, этих, в туннелях? Такая же дичь была, это контролер. Значит, там, там контролер есть. Жесть. Хам. Что-то там непонятно, что написано. Хам какой-то.
Так. Там контролер, прикинь. Ну, я так полагаю. Все, отлично. Теперь мы вышли на правильную дорогу. Теперь мы вышли на правильную дорогу, окей. Бляха, я даже представить не могу, что будет там вот на ЧС. Как сказал этот Сидорович, все направились туда. Просто все туда ломанулись. Ты прикинь, там какая дичь будет. Это ж просто жесть. Ты прикинь, все вперемешку. Каждый сам за себя там просто долбится. Даже страшно представить. Так. Понятненько. Так, ладно. Почти пришли. Кровосос? Ебти мать! Хера он такой, как он, откуда он там? Жесть. Просто прикинь, в конце локации такой. Вышел. Батя. Такой. Жесть. Так, окей. Все, мы, получается, на территории бара. Можно, в принципе, убрать, наверное, оружие. Надеюсь, здесь все утихомирилось. Больше никто ни на кого здесь не агрится. Тем более на меня, я же выжигатель мозгов выключил. Да что такое-то? Что-то под... Смотри, какое небо. Вот дерьмо. Охеренное. День коту под хвост катится. Что-то мне нос чешет, все что-то подлагивает. Жесть. Как грустно все выходит. Дружбан, смотри, мой сидит. Отлично. Так, а где у нас? Последний раз вот здесь вот чуваки на меня напали. Кино американского насмотрелись. Так, или крышу срывает от жадности. Ну смотри, вроде как утихомирилось. Да? Оружие убрал? Так, хорошечно. Проходи, не задерживайся. Сюда иди. Надо поговорить. Погоди. Проходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня так, что у меня вообще здесь есть? Да, в принципе, ничего нет. Эти патроны я убираю, потому что этот пистолет мне, в принципе, уже не нужен. Я сейчас что-нибудь... Не тормози, мужик. Приобрету моя себе. Так, для этого пистолета что у нас? Для большого Бена. Какие у нас патроны? А что не написано-то? Опять сапожище хреновые подсунули. Подходи, сталкер. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. А в смысле? А почему не написано, какой этот боезапас? Какие патроны? Так, для кора, да. Спид. Ага. Не тормози, мужик. Вот ведь как грустно все. Вот это для кого? Гадюка, пистолет-пулемет. Нет. Ты кто? И что нет. Же оно за выжигатель? Ты кто? Такой? Правду о нем нет. Говорят? Или брешут? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное.
А, оружие здесь не выбрать. А, у меня и не выбран пистолет-то здесь. А все равно не выбрать. Мужик. Так, погоди, блин, для этого пистолета какие патроны-то, что я забыл? Здоровье, так, ладно, вот это убираем. Так, скворчащий, пять. Сочный. Опять сапожище хреновые подсунули. Подходи, сталкер. Для таких, что как у них, совсем пять. Совести нет у этих. Погоди, шесть. Ну, за шесть, я потому что он там жрать хочет еще. Так вот, шесть. Пять. Не тормози, мужик. Опа. Пригодится. Так. Пять. Вот эти все убираем. Вот это... Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Убираем. Так. Что еще здесь? Ну, в принципе, все остальное остается у меня. Окей. Не тормози, мужик. Моя информация тоже не нужна. Здесь мне тоже больше ничего не надо. Правду о нем говорят. Или брешут. Теперь надо, короче, пожрать. И вот. Торговать. Так, ага, ПГшка у него все-таки есть. Ну, ладно. Так, я забираю у тебя, короче, патроны для дробаша. Это кора базовая для пистолета. Ну, ты, не знаю, 45. Так, это вот для этого пистолета. А погоди. Скорострельность. Точность, повреждение, удобность. Ну, кора не такой мощный, как у меня пистолет. Но точнее, смотри, но точнее. Неудобнее. Не за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Разбивались тут в стороне. Бляха, не знаю, может мне все-таки кору взять? Одни как разбойничали, так и разбойничают. Так, вот это я по-любому беру. Тоже зону от нас охраняют. Это я тоже по-любому беру. Человека им шлепнуть, что вы 60. Новичков. И это что? Что собак нерезан. И все. Так, давай, я, короче, продам, наверное, вот этот большой Бен. И возьму кору, наверное. Все-таки. Для нее патроны хоть есть. Да. Вот ведь как грустно так. Все выходит. В принципе, все. А. Надо, наверное, продать. Так, куда у меня колючка-то пропала? Вот она. Так, артефакт, бляха. Пулестойкость плюс 5, ага. Радиация, пулестойкость. Медуза. Медузу продаем. Вот это продаем. Это продаем. Золотая рыбка продаем. Так, это мы оставляем, радиация. Пожалуйста, минус 30. Так ведь колючку нет. Раз. Это так. Одну так. Вот это так. И вот это тоже. Так, электрошок, удар. Кровотечение. Все. Торговать. Новичков нынче. Как что собак не резал. Все ништяк. Все. Окей. Лучше стариков знаю. Как делишки? Так, кровотечение. Здоровье. Пулестойкость. Мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Вспышка, Мачки. Выносливость. Да с книжкой толковой. Хорошо, эти оставляем. Отлично. Так, в журнале, что у нас там в журнале? Ага. Отчет КПК проводника. Ага, личные заметки. Еще одна загадка. Второй сон. Проводник с выжигателем подключен. Окей. Я отключил выжигатель. По какой-то причине в момент выключения потерял сознание. Видел сон опять громады черных. А, ну это мы читали. Идти к монолиту. Окей. Так, справка. У нас местные фольклоры и локации. ЧС.
Бывшая атомная станция, о которой хоть раз слышал каждый. Это самое сердце зоны. Если верить легендам, где-то там находится некая штука, способная выполнить любое желание. Ее называют монолитом. Окей, это мы уже знаем. А местный фольклор про монолит во сне. Братья, монолит призвал меня ночью. Я говорил с ним. Он был прекрасен в своем величии. Я едва не ослеп, но его свет наполнил меня великой силой. Я знаю, я чувствую, что его сила пребывает со всеми нами. Он сказал мне, что победить зло способна лишь твердая вера. Он сказал, что его сила наполнит только верных. Еще он открыл мне, что наша победа уже близка. Окей. Сейчас холодно. В принципе, все, окей. В принципе, все, исполните желание. Так, мне нужно теперь добраться до тайника в Припяти. Погнали. Здорово, омеченный. Как оно? Там еще какой-то чувак. А колбасу и батоны нынче хреново оставят. Что за чел? Ладно. Тайник. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. От судьбы точно никуда всё, не скроешься. Все, отправляемся. Вроде как более-менее мы все, что было, как бы так сказать. По боезапасу. Проходи, не задержимся. Взяли? Пекаль. Так, погоди. А у меня... Проходи, не задерживайся. Стой, у меня же для пекали для этого еще тоже патроны здесь таких, есть. Как ты, у меня всегда есть кое-что. Я интересно. Их возьму. Не тормози. Своя информация может тебе вот пригодиться. Вот так. Чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе. Ну и все. Ни тварей, ни сволочей. Тебе сюда нельзя. Ну и все. Все, отправляемся в Припять. Выход. Я так почему-то полагаю, что опять нам через то же самое надо проходить, да? Через радар. По-другому никак. Леха, пипец, опять через радар, через этот идти. Жесть. Немножко паркура. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Звезды такие почти, ну, с темным небом, смотри, проглядывают. Все, ништяк. Ну, дойти нам, в принципе, в этой серии, нам только дойти до Припяти, а в следующей уже начнем. исследовать Припять, искать тайную комнату, тайник. Или комната, что-то, тайный кабинет. Где там все, пташек пекут каких-то. По аптечкам, правда, херовато у нас. Совсем почти. Всего две аптечки. И... бинтов там. Сколько? 5 штук, да? 5 бинтов. Да. Ну, не есть хорошо. Оружие убрал. Иди нахер. Там, смотри, кто-то красный. Понятно. Прикинь, долговец красный. А это не тот, который в баре был? Преследует меня, наверное. Так, какой-то тайник. А, туда я не пойду. Там радиации до хера. Там тайнике.
Так, я надеюсь, в этом... На радаре там не появились снова дохера врагов. Уже там кто-то красный ходит, смотри. Как это так? Прям за локацией. Прям за локацией. Как так? А труп там, это, ну, останется сейчас? Как так? Можно было просто его не убивать, подбежать и это, типа, перейти на локацию, на другую. Без проблем. Патроны не тратить. Смотри, не, появились опять. Так, второй. Хорошо. Мне главное до Припяти дойти с каким-нибудь хотя бы боезапасом. А то получится так, что я приду к Припяти, короче, и все здесь потрачу. По пути. Это будет не есть хорошо так. Так, ладно, здесь тишина. Это радиация. Ну идем по дороге, короче, туда я оставаться. Бляха, мне показался этот кровосос. Идем, короче, здесь по дороге, потому что суваться туда я не хочу, там радиации целая куча. Идем так аккуратненько. Ну, в принципе, тишина нормальная. Это меня радует. Это меня радует. Пол дороги тишина. Окей, так. Блин, жалко, что у бармена не было патронов для снайперки. Трудно, вообще трудно найти патроны для снайперки. Ни у кого в продаже нет. По крайней мере, я не видел, чтобы у кого-то была в продаже. Так, вы кто? Вы кто, хорошие, плохие? Так, нормальные. Этого я смотрел. Ага, для пекаря. Хорошо. А вы? Тоже нормальные. Ну, ну давайте. Зато вот все плохие. Берегись, говорит. Леха, вон, смотри, еще идут. Далеко, далеко. Опять сейчас просто, просто так, впустую сейчас потрачу патроны, когда они далеко, знаешь. А здесь радиация, мать ее. Кругом облава. О, давай, давай, помогай, молодец, спасибо. Молодец, молодец. Так держать. Убила мужика. Давай, давай. Давай ближе подбирайся. Да от тех-то отстаньте, нормальные пацаны. Давай вот по этим стреляй. Готов. Там за жопиком, короче, еще кто-то есть. Поближе подойти. Да бляха, меня бесит вот эта фишка, чё меня это тупит, короче, этот. А где ты? Мы
Мэн. Мэн, ты труп. Аккуратненько. А, здесь какой-то блокпост. Вот, вот что их здесь много. Блеха, 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 блеха. Ну-ка, ну-ка, прикрывай меня. Ты в экзоскелете. Молодца. Ты в экзоскелете, тебе как-то проще. Ух ты, их тут двое даже. Молодцы просто, чуваки. Бляха, не те патроны взял. Только вот давай не будем вот это толкаться. Тебе кранты! Посмотрим, где радиация. Задрало. Так, ладно. В автобус что там, войти могу в автобус? Есть что? Есть что? А если найду? Ну ладно. Ну, вот патрончики. Ништипуля. Здесь что? Здесь матрасцы. Матрасцы. Так. Получается. У нас дальше... А, следующая локация — Припять. Ну и как раз у меня видос подошел к концу. Давайте здесь приляжем, короче, отдохнем. Вот. На матрасце. Вот. В принципе, прошли до сюда нормально. И боезапас остался. Как раз поисследовать, чтобы Припять. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.